Здравствуйте. Перебрали мы на днях холодильник. А там, в дальнем углу, высоко на полке между кастрюлями и банками, обнаружилась коробка яиц. Кто когда купил, неизвестно. И главное, непонятно, свежие яйца или нет. Люся прямо кудахчет. Что делать, как быть, как узнать? Люся, меньше болтай, больше знай. Если вы хотите определить, свежие яйца или нет, сделайте следующее. Возьмите кастрюлю и наполните ее водой. И погрузите в кастрюлю яйца. Свежие яйца останутся на дне, несвежие всплывут. Это яйцо, Люся, выбрасывай, а из остальных можно жарить яичницу. Так-то, знание – дело наживное. Проще простого.